Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр и Хусиян. Хусиян, здорово! Всем привет, привет, привет. Сегодня мы охотимся... На кого? Мы охотимся в The Hunter, на тигра, да? На тигра мы охотимся. Ну, вообще, привилегия, у нас, конечно, тигр хотим найти. Ты думаешь, в саванне мы найдем тигра, да? А чё нет? В пустыне. В пустыне тигра? Почему нет? Не знаю. Тигр обычно водится где? В лесах где-то? Иди сюда. Чё? Вон, написано наш. Иди сюда. Где? Давай, давай, почитаем. Да. Мы где находимся сейчас в Вурхонга вроде, да? Да. Ну, местность. И где тигр? Я думал, тут напишут, какие звери тут есть. Ну ладно. И чё? Ну ладно, нету их, да? Идём, давай сначала. Давай сначала посмотрим, покажем нашим подписчикам, что у нас за лагерь здесь. Это что такое вообще? Объясни. Слушай, да это палатка, но можно как бы снять комнату и отдохнуть, если, например, там ХП у тебя ушло, потому что на тебя напали, как у нас было да. В случаях, и можно прийти, вот, лечь на кроватку и поспать. Ну, кстати, это не бесплатно. С каждым разом у тебя, по-моему, там 200 монет уходит игровых. А, это типа пункт, опорный пункт, за которого, типа, надо платить, потому что мне там, ну, игра подсказывала, что тебе здесь дронами привозят там еду, воду там туда-сюда, чтобы ты чувствовал себя хорошо. И это все стоит, походу, денег. Поэтому, да? Да-да-да. Ну, и опять же, можно же восстановить ХП, ты там поспал, оно у тебя восстановилось, потом ты вышел, у нас там магазинчик есть, чтобы припасы купить. Где он? Квадроцикл купить. Это этот, да? А, магазин, вот, да. Магазинчик, хорошо. Ну, короче, ты открываешь, и тут у тебя припасы, guns are welcome on premises. Не знаю, что такое, но пушки, ну, они вот... хорошие штуки, короче. Да, тут магазин, склад, персонаж твой именно, что у тебя там можно выбрать, кстати, можно поменять персонажа. Вот, я поменял персонажа за здесь 5 прям, тысяч да? монет. Ага, вижу, вот такой вот у нас персонаж, да. Загорел. О, ну сейчас ты прям похож на себя, блин, что ты так, как в реальности, ну, прям, да? Да. Борода только отсутствует и все. Ну, это, сейчас побегаем, знаешь, охота как бы нелегкое дело, там, не и за не 5 быстрое, минут да? достанешь. Борода вырастет. Борода вырастет. Кстати, мы уже так. Слышим звуки кого-то. Да, я такой, чтоб уже выдвигался. Ну, надо закрыть дверь, конечно же. И за... у нас квадроциклы. Давай, давай. Квадроциклы, да, кстати, тоже прикольная тема. Потому что передвигаться, как я понял, здесь есть где. Большая зона, очень большая территория. Правда, нам нужно, как ты говорил, куда-то доехать, оставить байки и уже пешочком, потому что мы всех испугаем так. Да? Ну, слушай, я предлагаю нам, во-первых, поехать на... гору, видишь, что это вот гора стоит. Туда прям оставить байки я предлагаю... там или что? Да, я предлагаю туда поехать, во-первых, забраться и посмотреть местность. Mm-hmm. Может, кого-нибудь увидим, и потом уже будем ехать туда. Стой, секундочку, это что такое? Это душевая? Это душевая, туалет, по-моему. Как круто-то, смотри-ка, бочоноч... А, туалет пока что, я думаю, это душ. Блин, ну как же в такой жаре, блин, без душа? Странно. Ну, тут вода вообще, наверное, на вес золота, поэтому, наверное, поэтому. Не, почему? Там два есть озера. А, ну все. Ну, все, бери свой, свою колымагу. Я на свою сяду. Да, беру. И беру, пошумим. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Но красавец. Так, вообще, блин, а они громкие, кстати. Надеюсь, нас сейчас слышно. Ну... будем считать, как квадроцикл прям. Ух ты ж, мою мать, твою мать. Я сказал, мою мать. На камень заехал. Ой, ты ёлки-палки. Смотри, как я выскакиваю с него. Смотри. На меня смотришь? Смотрю. Смотри. Опля. Так же подпрыгнул. И забаговался. Да. Да, да, такая же фигня, блин. Пойдем сюда. Let's go. По тропиночке. Мы что-то с биноклями. Мы уже выехали с этого, с нашего лагеря. Уже нужно пушки брать. Да, на всякий случай надо нам брать, но... Ружья, мы ружья. Мы же рискованы. Да, куда там прям, при этот, как его, так. Блин. Чё там увидел? What is this? Ты тоже такое есть? Найден коллекционный предмет. Добавлена вот, запись. Да. И музяка. Орущая музяка. Получен так. Опыт. Ну смотри, я изначально понял, что, там находится, вот, посмотри... Ну, я смотрю, там находится, получается... А ты скажи по компасу. Блин, как красиво. На юг, на юг, на юг. На юг, да? Смотри, да, примерно на юг. Там, получается... Чё? Животные постоянно там... О, льва вижу!
Льва видишь? Погоди, я почитаю, о чем говорит. Когда-то очень давно я подарил тебе свой любимый бинокль, чтобы наблюдать за животными. Часа не прошло, как бинокль оказался разбит. Ха! Настало время расплаты. Это мне говорит чувак, который нас типа обучал. Ну и тебя как бы обучал, и меня я обучал. Я понял. А лев где? Я смотрю прямо на юго-восток, но больше к югу. О, первое такое здоровое дерево. Он прям за деревом. Сейчас он выйдет с левой стороны. Смотри. Видишь? Куда я смотрю, видишь? Там большое здоровое дерево. Ой, всё, самое одно, близкое. Да? Да, и слева он уже лев вышел. Львица, скорее всего. Я видел еще бегемот. Видел, что два маленьких бегемота, или как они там, копы? Ага, ну вообще без разницы. А нам сейчас куда? Давай к льву, наверное, пойдем? Давай, да, это нам будет интересно. Слушай, ну это будет обидно, если мы вот буквально 5 минут прошло и... Не-не, без разницы вообще. Я хочу, знаешь куда? Хочу пойти туда, где лев, потому что там меньше зарослей. А в заросле ты понял, что у нас вообще беда. Ну да. Так что давай вниз. Потихоньку, наверное, тут, наверное, сломаем все ноги. Смотри, так же, как я пришли. Орикса нашел. Орикс это что? На запад. Она получается как... В смысле запад? Ближе. Ты не туда смотришь. Запад это там, где наша база, где наши байки. А, ну да, я смотрю на восток. Ага. Я говорю тебе на... Вижу, я тоже вижу этого говнюка. Он забагался немножко. Угу. Все, так, ну давай, ладно, спускаемся. К льву, да? Тигру, к льву. Спускаемся и... Да, короче, идем на плюс-минус восток, юго-восток. И там уже... Ты где? Не, здесь уже. А, вот. Он так медленно двигается, капец. Что ты там наш... в смартфоне заседаешь? В смартфоне? В смысле, а, я с биноклем в руках. Я думал, ты в этом, в телефоне. Не-не-не-не, мы сейчас на охоте. Какой смартфон, блин? Смартфоны... Да... Ты что, хочешь на байке? Не-не-не, ты куда, блин? На пешочку, мы же его... Мы же его испугаем. А чё он у тебя такой женский? Кто? Красный цвет, женский же. Красный? Так это специально, чтобы ты меня увидел. А-а-а, я понял. У тебя же персонаж такой непонятный, видишь? Он смотрит на восток, говорит на запад. Чё-то там не то это. А так ты красный, ты увидишь сразу меня. Всё, извините. Смотри, как это... Подминается трава под тебя. Очень прикольно сделали. Смотри, как я двигаюсь, видишь? На меня. Да, вижу. Молодцы. А прикинь, всё. Если высокая трава, да? Ну вот тоже глянем, как это вообще сделано. А ну. Там какой-то дымок, как будто там вулкан. Под конец на юго-запад. Друзья мои, не забудьте, у Хусейна тоже есть каналчик. Заходим в описание, прямо первая или вторая ссылочка будет его канал. Так что заходим, подписываемся, тоже есть интересные видосики. Очень интересные. Контент немножко различается от моего, потому что у него вроде бы канал по шутерам, как я понял, да, Хусь? Да, но я его только начал. Да, канал только новенький, так что поддерживаем, ставим лайки, лайкосики, просмотры и всякая вот такая вот хрень. Нужная для начала. Где? Справа. Следы. А я пока что вообще следов не увидел, ты знаешь? Вообще не увидел. Ты не хочешь все-таки туда на юго-восток пойти? Да, побежали. Пока что бежим, пока что нормально, светло. Правда, у нас сейчас, мне кажется, вообще день, то есть утро. Слушай, ты представляешь, вот ты ушел, а я один остался, и я попал в саванне под дождь. Ты представляешь вообще? Тут такое? Был дождь? Да. Так, следы, быстрый шаг. You call it the Gemsbok or South African Oryx. Крик. Кто? It's a major target for hunters. Тоже услышал. Спрингбок. Ну это козел, как этот спрингбок. Так, вижу бородавочника, они там мигрируют в стаи. Да, они маленькие. А где вообще? На запад. То чё, да. Где-то на запад. Звук, где звук? Звук... Давай к этому, лев, голос предупреждения, бери пушку в руки. А я не вижу вообще. А, по звуку. Я увидел, но я не успел. На восток, северо-восток, но ближе к востоку. Предупреждение, это значит, что он нас учуял, наверное. Так, знаешь, что сделай? Ты... Тут африканский буйвол нашел следы. Возьми сейчас на семерочку, нет, не на семерочку, на на восьмерочку. У тебя будет такой баллон. Так, лев. Близко, иди со мной. Блин, даже не знаю, что взять, ружье с оптикой или пока что это...
Ну, давай ты возьми ружье с оптикой, а я буду с наоборот вернуть. Mm-hmm. Дабы всего. Так, следы, быстрый шаг. Он быстро начал двигаться. Куда-то. Видим следы. Видишь, да? Ты видишь те же следы, да, которые я... Вижу. Только я их не активировал. Вот, я активировал. Ага. Свежий какашка. Смотри, какашка, какуська свежая. Помет позволяет понять, как давно оставлены следы, а также расстояние, что-то там. Увидев, услышав и почуяв вас, ваша цель может испугаться и усраться. Да. Да. Блин, ну он твой быстрый шаг, это означает, что он от нас убегает, да? Слушай, я не думаю, что он будет от нас убегать, если честно. Я думаю, он за кем-то преследует. Может, ту лосиху или как койот. Медленный шаг. Сейчас он, походу, немножко успокоился. Блин, но мы опять заходим в эту... в заросли. Ну, в заросли вообще опасно, на самом деле. Очень сильно. Слушай, ну, смотри, глянь, у тебя ведут налево, у меня ведут направо. А там тоже, там просто другие шаги вперёд, есть. Слышишь? Давай, пошли вперёд. К крыву. Предупреждение у нас. Я тебе говорю, возьми нам восьмерку сейчас, у тебя будет баллончик, побрызгайся им, чтобы он не слышал запах человека. А, запах он не услышит, да? Да, да, да. А почует голос твой, да? А, ну шаги почует, да. Почует голос, а услышит запах. Ты себя услышал, да? Да, 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 да. Виноват. Да что, это просто прикалываешься. Ты только смотри, не обижайся там. Да ну, куда обижаться? Блин, какие-то еще звуки есть. Слег льва идет обратно почему-то. Быстрый сага. Или это просто другие шаги? Тут их вообще должно быть везде, эти шаги. Слушай, нам, походу, сейчас надо ориентироваться по звуку. Потому что, ну, по шагам мы что-то... Есть. Ты слышишь? Восток к северу. Блин, а но... услышал, но не увидел, где. Да-да-да, даже не было четкого видения нашего этого звука. Друзья, пишите еще, как вам вообще игрулька? Продолжать, не продолжать, нравится ли вам графа? Что вы вообще про игру знаете? Может, какие-то советы подскажете в комменты? Они нам нужны, по идее. Ты как думаешь? Да, по-любому будут писать, хотят экшена. И всем, наверное, понравится, когда мы уже кого-то убьем. Особенно это по-любому, но... А если он на нас нападет еще? О, ну, я думаю, это будет заслуживать лайка, правильно? Там какуська. Чья-то. Ну, это его, я уже вижу их. Эти, какашки. Да, помет. Считаешь, да? Блин, ну мы сейчас в открытой местности. Вот его же должны увидеть. Давай просто понаблюдаем. Позовем. О! Приманочку, давай, свисти. Пусть к нам придет. Может, он подумает, что это дичь какая-то. Вы можете использовать ман... Капец, звук. Он же придет на это? Не знаю. Ужас. А на чем ты там свистел? Как петух, блин. Ты бы просто видел себя. Я сейчас хочу посмотреть на это. Сейчас. Как ты это сделал? Смотри. Давай. Нормально. Ты понимаешь, что это вообще? А, жесть. Так, следы ведут льва туда, блин. Мы на охоту на льва. Сейчас устраиваем. Лев, блин, добыча к тебе идет. Какого же хрена ты к нам не идешь-то, а? Блин, вы слонись. Хватит с этими звуками уже. А куда следы ведут? Там и у тебя следы есть. Проверь. А, вперед, 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 все вперед. Угу. Тут еще а, он бежит, блин, говнюк. Он нас учуял, походу. И бежит. Во. Опля, близко. А ты можешь отследить этот зов, нет? Я... Тихо. Очень близко. А давай пригнись, чтобы он нас тупо не услышал.
пригнись. А то он опять убежит куда-то. Да, ну, я удивлен, почему он убегает. Но... не знаю. Это можно шифтовать еще. Так, смотри, типа быстрее. Ну, быстрее, чтобы как бы... вроде как бы тихо, но чтобы еще быстрее было. Не, когда я играл один... Капец, он шумит, блин, наш этот перс. Сильно, да? Да-да-да, эти ботинки, я аж прям этот, ботинки сказал. Может, капец, знаешь? Они шумят. Как в PUBG, да? Да-да-да. Ты капец. Ты шифтишь. Жесть. Смотри на меня, смотри, сбоку. Ну-ну. Нормально, да? Да, нормально. Блин, давай выйдем отсюда. А, ну давай по следам. Короче, было... звук был немножко дальше. Давай пошифтим. То есть, так, на корочках. Блин, на корочках, как это говорится-то? На корточках. На корточках, на корочках. Но побыстрее. А то звук уже дальше пошел. Вот, тут проходил лев, видишь? Прям... О, так ты встал он, уже. Ты заметил, что он срет на каждом шагу? Да он обосрался у нас, услышав, блин. Два охотника, один черный, один белый, блин. Все, мне трындец. Он решил нас запутать, он, короче, пробежал, наверное, с дерева. По сторонам как-то и побежал, не знаю, куда. Так, я предлагаю, иди сюда. Че, давай куда? Здесь осмотримся, влево осмотримся. Ну, нам нужно выйти вправо. Чуть дальше, потому что здесь спуск идет. Как раз мы его с высоты, наверное, его увидим. Давай по следам еще. О. А что это белое такое? Ты видишь? Что тоже? Такое белое? Вижу. А, о, так это животные. Gun, right? Ну да. Мы можем их охотить. Ты знал об этом? Давай ты это. Все-таки лев, хрен с ним. Ты куда смотришь? Я туда смотрел, на Орису. Туда. Стой. Это уже Бородавич заколебал. Он меня нас сейчас это замочит. Короче, Бородавчик, хрен с ним. Мы на такое расстояние попадем? Слушай, можем, но мы раним только. И она, и надо будет следить, куда она побежит. А быстро она упадет? Нет, она будет бежать очень долго. Она мили, не знаю, может миль пять. А если в сердце попасть? Если в сердце попасть, ну упадет, но я не уверен, что... Такого расстояния, да? Тут баллистика работает, пуля падает? По-моему, тогда... баллистика не работает, но дальность какая-то есть. Подойди сюда, у меня тут метка на 40 метров, типа огня. Это что такое? Вместо кормежки. Кого? Наверное, ориксов или как. А может, значит, все-таки подойдем к этим козлам поближе? Ты как думаешь? Можем. И ты, а ветер бывает, как, да? Ты здесь чуешь? Есть тут тема с ветром? Нет. В смысле? Тут я прям читал, писали, что ты, если будешь сидеть по ветру, и ветер будет дуть к этому животному, он тебя учует быстрее. А, ну вот до этого мы поврызались. А, не, ну ты прям слишком прям рано прижался, нет, к земле? Что, я хочу попробовать. Так, тогда погоди, стой. Тогда ты бери одного, не знаю, там, бери... Слушай, правого или левого? Да, я буду брать правого, который стоит боком... Вообще не важно, я левого крайнего возьму. Хорошо? Сейчас он у меня. Да. Слушай, подожди, перед тем, как стрелять, стой. Перед да. тем, как стрелять, нажми F1, активируй наше задание. А-а-а. Это у нас сетевая игра, ты говорил, и первая двойка, да? F1, сетевая игра, да, и вот первая двойка. Все, есть. Все, берем. Так, нас, one sec. Стреляем, ну, я типа готов. Или нет? Примерно надо вместе, да. Чтоб не спугнуть. Давай. Задерживаем дыхание. Я стрельнул. Воу! Попали оба. Оба попали, да. Ну, видишь, они побежали. Тогда наблюдаем. А, я уже встал, блин. Так, ну очень далеко. Я знаю. Ты в дерево попал. Надо наблюдать, куда они бегают. Да. Так. Но я только одного вижу, а где другие? А он по кругу бегает, и в него может попасть, погоди. Попадай, я его держу на мушке, если, ну, биноклем, вернее, подсвечиваем. Вот, все, упал, да? Блин!
Вот, есть. Все, твой упал. Есть. Шикарно. А где второй? А как его подметить? Я могу? Нет, не можешь. Уже блин. Не можешь. Он упал. Все, короче, на север. Чуток к востоку. Все, бежим тогда. А другие куда пошли? Вот теперь надо по следам и по крови надо искать. Тогда ты иди к следу этого, где они были в начале. Там, где ты попадал, помнишь? А я пойду к этому, потому что если я собьюсь с этого с курса, то, блин, то пропущу этот момент и да нет, ты его найдешь. Хрен найду. Там несложно найти его, когда он берет. В таком случае, давай мы вместе туда пойдем. Мы какие-то там другие земли ты? Нашли. Не-не, пойдем туда, куда мы в них попали, типа. А, ну а потом по следам пойдем, да? Да-да-да, я не знаю, как бы, если есть смысл, но, типа, покажем. Я сам хочу просто увидеть, где кровь. И все это вот. Следы бег. Тихо, опля, стой, кровь вижу. Стой. Я белого заберу, хорошо? Давай. Ты видишь его? Да, только, блин. Чё? Всё, громкий убежал. Был? Блин. Да, мы испугнули, ладно. А ты его видишь сейчас? Нет, сейчас не вижу, сейчас убежал. А, примерно по крови. Место, где... Хочу по крови понять. Вот, иди сюда. Я крови одну точку уже вижу уже. О, погоди, если тебе встретится питьевая вода где-то рядом, то должен будешь... Что там? Это вот наш приятель, бородавочник. Чё? Рядом должен быть Глувенова. Охренеть, тут имена. Бородавочники здесь размножаются, и, короче, они опасные. Все, потеря крови. По крови, да? Давай. Как бы я знаю примерно, где находится мой. Отлично, я тоже кровь вижу. Правда, моя кровь где-то куда-то в другом месте направляется. Твой слева, да. То, а я что-то вправо иду. Нет, а может нет, ты нет, по... Ты моего. Я твоего послушаю, да? Твой уже лежит. Тебе может я знаю. Хватит. А, я вот он вообще. Я просто хотел увидеть точку, где я в него попал, но хрен найдешь. Подтвердить трофей. Смотрите, друзья, вот вам трофей. Называется он животное. А как увидеть, где... как круто, да, показывают. Только на трофей сразу не ставь, потому что это деньги заберет. Короче, я попал сейчас... Это ты попал в него, блин. Серьезно? Хусейн, написано один Хусейн. Так, с мягкие ткани, правая легкая печень. Мягкие ткани, правая легкая печень. Короче, да. Это ты в него попал? А почему я его могу взять? Ну, бери, я... Да ты так, бери, это твой. Спрингбок. А эскейп не работает, почему? Тебе либо... Тебе только принять его надо. Погоди, у вас нет... Не хватает средств на изготовление чучела. Я могу просто да, принять, нажать? Да, только принять, да. И, я принять. Или сохранить там, что-то там сохранить. Блин, я принять нажал, не знаю, что это было, но... Иди сюда, видишь? Кстати, у меня показано по-любому, что я добыл одно животное. О, там гуляет. Стой, слева. Иди сюда. Вижу. Стреляю. Убежи. Я дальний. Так, тогда погоди. Блин, у меня задом повернулся. Ну, стреляй. В жопу? Да. Твою мать, нет. Сука. Ушел. Дальше. Давай попробуем. Не попал, походу. Ты... Блин. Как же он трудно задерживает. Да, причем если ты бежал перед этим, то вообще жесть. Отмечивай это биноклем. Получил достижение. Элитный стрелок. Кого отметить? Биноклем животных, даже? Животных, да. Раз. Круто. Отмечаешь. Очень чтобы... легкая, что-то там написано. Очень легкая добыча, да, третий уровень. Кстати, они остановились, и я не знаю, если я смогу попасть. Они остановились, да. Далеко это, да? Так, ну смотри, мой справа, а твой слева, в кустах. Так, стой тогда, не стреляй пока. Или я ты хочешь стреляю, поближе? Я биноклем. Мой упал, слышишь? Круто. Моего видишь? Нет, не вижу. Он в кустах. Эх, говнюки, козлы. Пойдем. Это что-то типа газелей, да? По-моему, да. Тебя еще перезарядить. Нет, это тоже самый Оникс, по-моему, да? Или как он там называется? Угу. Так, ты туда прям бежишь, да? Если моего увидишь, скажи и остановись.
Там что-то бегает. Это не нас услышали там? Да ну слушай, они ж будут кричать, а они ж постоянно на то же место, где слышат выстрел, они ж никуда больше не придут. Кто это? А, лев. Лев, предупреждение, лев. Да. Лев сказал, куда пошли? Попали в них? Добыча моя. У, я уже 5 пулек, все есть. Блин, мы спускаемся, я их сейчас не увижу, этих. О, вижу, стой. Стой. Блин, он бежит. Стой, пригнись. На северо-восток. Больше к северу. Туда же, он просто в кустах залез. Сейчас он вылезет, я в него стрельну. Есть. Попал. Блин, правда, сейчас нам нужно понять. Че, извиняюсь? Я на X нажал. А это что такое, X? Нажми. Ой! Это кому, типа, свистнуть, я не понял. Я не знаю, ну, по идее, типа, собака. Почему? Кстати, тут собаки есть, знаешь? Не, писали люди. Я в стиме читал, что, блин, столько просили их собак добавить, и они, блин, игра вроде 2017 года, и до сих пор не добавили собаку. Не хотят, короче. Так, это мой лежит? Это мой, это моя кровь. Моя кровь, не трогать. Нет, это понятно. А вон, видишь, лежит в кустах прямо. Ты его должен увидеть. Ты его бери, я за своим. Справа. Кто там? Справа. Твой раненый, по-моему. Бегает или упал? Орикс бегает еще, бегает. Говнюк. У него лапа левая, задняя. Сейчас и правая будет. Пробита. Он обосрался. Серьезно? Я вижу его, это... Блин, я в этих зарослях, а я ни хера не увижу здесь. Слушай, у меня 5 патронов осталось. В смысле? У меня... 40 почти, 38. А я забыл закупиться перед выходом. Ну, молодец. Чувак! Кто орёт? Наверное, но я его не вижу, я только говно... О, вижу. Следы. Всегда имеет смысл маскировать свой запах. Животное вмиг сообразит, что к чему, если унюхает вспотевшего охотника. Вот так мне говорит игра. На семерочку замаскировать запах, да? Твою мать, нет, я хотел... Ой... Ты это слышишь? Нет. Запах на какую кнопку? На восьмерку. На восьмерку, во. Надо все написать прям. Такое ощущение, что там у меня ни хера уже не осталось. В так этом флаконе. Я попал в легкое, причем с первого. Красавчик. Он падать не собирается или его надо еще раз? Его надо еще раз, ты же ему только в ногу попал. Он бежит еще, блин. По следам. Потеря крови очень низкая. Да, это низкая потеря крови. Это херня, блин. Ха. А, блин, а когда я его достану тогда? Обосрался опять. Плохо ему, походу. Испугался очень. Сейчас эти, как я... Блин, а чё следов так много? Так и справа, и слева. Такие же синие. Вот, это его же. Иди сюда ко мне быстрее. Уэра, вижу. Хрена себе, блин, 70 метров ты ушел. Ты от моего увидел? Да. Потому что следы ведут вообще в другое место. А нет. Это... Уся, ё-моё, блин. Я по следам иду. Я просто увидел такого же. Ну, все хорошо. Хромого? Не-не-не-не-не. Не, я по следам бегу, иду. Быстрый шаг. Так, кто-то кряхтит. Блин, надо его найти, ты чё? Я бы не сказал, на трех ногах быстрый шаг. Не, он бежал прям. А, сейчас быстрый шаг, это значит, что он все-таки немножко... угомонился, следы потерял. Твою же... Налево. Стой. Следы. Туда, стой, еще раз. Ты там как, других видишь? Не, я жду, когда ты найдешь своего. А ты мои метки не видишь этих? Ну, я вижу, но я могу ими... Так, кто орёт? Какой-то звук там? Орикс. Брачный зов. Ну, иди. Друзья, если мы пойдем сейчас направо, мы увидим, как размножаются орикс. Секас увидим. Пусть я потерял нюх. Запах этого. Я потерял нюх. Нюх потерял, когда мы пойдем. Я говно вижу, и все. Все. На этом твой лов и закончен. На говне? Спасибо. Да. В смысле? А, кстати, если ты, его,
Если он сейчас умрет, ты его заберешь, ты выиграешь задание. Упорная погоня. Почему следы сейчас? Вообще странная хрень. Ну да ладно. Короче, иду по следам, но скорее всего его... А что за звуки были? Скорее всего я его потерял. Замотал он себе ногу скотчем и все, и убежал. Следов просто больше нет, вообще нет. Знаешь, самое прикольное, когда мы там уже сейчас забьем, пойдем на льва и будем просто ходить за львом, а тут опа, и он лежит. Ну, может быть. Ты не видишь следов обосравшего этого, как его? Не-не-не, я ж потерял. Я тогда, когда ушел, сказал тебе какого-то, видел, но почему-то он был нормальный, с четырьмя ногами. Кстати, а что за метка у меня есть, которая по... На тебя, что ли? Зеленая, по компасу зеленая, что означает? Вот мне тоже интересно, я иногда тебе давал по этому инфу. Типа я смотрю вперед, а почти смотрю на зеленый. Короче, потеряли мы их, давай следующих искать. Давай к тебе, давай выйдем на открытую местность, потому что заросли, это все говно. Вообще. Слушай, я предлагаю вообще вернуться на базу. Да, я закуплюсь. Че, патронов прям так мало? Да, у меня 5 в обойме и 4 запас. One sec. А, это камни. Да-да-да. Блин, вот говно, потерял этого ублюдка. Ууу, как я близко тебя вижу. Нормально. Так, с пушечка тоже такая неплохая. Ты на меня смотришь? Да-да, в бинокль. А чё? Да, ты вообще в другую сторону смотришь. Серьезно? Да. Вот сейчас ты смотришь на меня, вот сейчас ты смотришь в другую сторону вообще. Капец. Вправо. Я на тебя смотрю. Нормально, но это уже баги игры. Да. Все, короче, давай тогда к байкам. Ты хочешь патроны взять? Да-да-да. Это момент мы вырежем, походу. Давай, пошли к байкам. Да. Друзья, вот такая вот меточка у нас есть, которая означает зона потребности. То есть здесь этот малый куду ест, он кушает с 7.30 до 10 утра, скажем так. Не знаю, как это у нас. А, по времени это можно только с этими, с телефоном проверить. То есть сейчас реально у него конец. То есть за 10.30 он уже кушать здесь не будет. И искать его нет смысла. Да? Как-то так? Ну да. Все, идем дальше. Так, погнали, погнали, погнали. Где нет, он? Не на меня. Сейчас, подожди. Я центральная не могу... саванна. Ты видел надпись? Нет, не видел. Обнаружил цель. Опля, минирует. Вижу. Видишь, да? Вижу. Буду стрелять. Стой. Стреляем. Блин. Бля, метка моя. Прости, прости. Сейчас, погоди. Оп. Блин, я не знаю, вот тут... Давай к этому кусту побежим. Это уже бежать, Саш, надо, потому что... Чё? Туда, к нему прям побежим. А что делать? Понять, мы попали или нет? Чё это за звуки такие громкие? Кто тут так поёт? Изучить след, это его след, 100%, вот говно опять его вижу. Короче, это игра про говно и про след. И все, больше ничего тут нет. Опля, он. Да. Предупреждение, звук предупреждения. Слушай, надо посмотреть, нету нигде крови. Кстати, но кровь будет только там, где он был, далеко, еще далеко. Мы же попали, когда он был вообще далеко от нас. Говно. Не, мы не попали. Серьезно? Ну, лично я не попал. А, нет, попали. Легкое ранение. И вот. Быстрый шаг. Потеря крови очень низкая. Есть. Легкое ранение, вижу. Тут озерцо, кстати. Крокодилов здесь нет? Кстати, нет, а может, нет, есть? Нет, нет. Нет? Нет, нет, нет. Бег. Говнюк бегает. Опля. Почему-то кровь в одной стороне, а так, следы он его. Не отходи далеко. Иди, ты его слышишь. Тогда не это, потише, он уйдет. Пусть он угомонится. Если я уже не побежал. Слышу.
Все, шагай медленно. Так, ну если у него... Блин, он сейчас далеко. Мне... А это вообще Орикс. Ты ж не забывай, если ты видишь чей-то след другой и активируешь его... То да, это я не, видишь, не делаю. У тебя теряется не. Сразу... Знаю, знаю. Первый след. Угу. Че, далеко так. Убежал? Мне кажется, да. Блин, быстрый шаг. Давай тогда вставай и потихонечку к нему. Блин, опять заходим в эти заросли. Нам здесь жопа. Опля, я след потерял. Почему? Я тоже след потерял. А, не. Есть? Есть, есть, есть. Так, да, вижу. Ты видишь, прям тропинка, да, от него осталась? А этот, я думаю, твоя просто. Нет. От него прям, да? Very good. Very good. Блин, жаль, нельзя тебе отдать патроны, пару штук, чтобы у тебя было больше. Чувачела, не убегай, блин. Очень низкая потеря. Хреново. Хренасе он ушел. А, это этот, этот да, другой. Да. Возьми опять же этот след его. Я беру, вон у меня синеньким горит. Да. Слушай, мне радует то, что на открытое пространство сейчас вышло. Да, это круто. Вот, кровь. Слушай, ну мы хоть на верном пути, это меня очень сильно радует. Блин, ну трофей. Тихо. Он будет внизу. Это хорошо, что мы сейчас наверху стоим, выше. Ну я его не вижу. Я тоже, но по звуку он должен быть где-то уже. А ты следы видишь? Следы у меня. Медленный шаг, он успокоился. А ну-ка, возьмем бинокль. Чё такое? Полосатый шакал, приколись. Полосатый шакал, да. Погоди, погоди, стой. Возьму следы и биноклем надо прочекать. Блин, нифига нет, а где он может быть? Мне кажется, он тут заросли где-то. По идее, да, вроде. Ой, ну я иду дальше, ты где? Я правее тебя. Быстрый шаг, опять быстрый шаг, блин, заколебал. Ну он, наверное, погнался за кем-то. Раненым? Думаешь? Я думаю, да. О, медленный опять. Почему шаг? Нет? Шакал, на нас еще, блин, шакалов еще не хватает. Предупреждение, ты понял? Шакалы, значит, нас увидели или учуяли. Так, давай еще побрызгаемся. Такс, давай. Брызганись. Один раз только надо кликнуть, смотри, да? Смотри, справа, справа бежит, кто-то мигрирует. Вижу, вижу, вижу. Я слева. А это кто? У меня тоже справа. Это полосатый шакал, полосатый шакал. У них прям стая, слышишь? Пробуем? Но, блин, ну, нет, он уйдет, нет, нет, он нет, уйдет. Нет, они нет, слишком нет, маленькие нет. И далеко. Давай к нашему льву пойдем. Мы же охотники, блин, должны его найти как-нибудь, не? Быстрый шаг опять, ну давай ускоримся. Да, вот такие вот, друзья, у нас опять медленные приключения в поисках льва. Он у меня вправо ушел, у тебя как? Я шаги потерял, да, вправо. Я просто не хочу зарослить. Но он какие-то тут собаки. Прям по надбортикам шел. Вот. Бег, быстрый шаг. Ты кровотечение видел вообще? Пока нет. Че, у него рана завязалась уже, что ли? Залезал, блин. Ну да, я ж об этом и думал. Не, он уходит. Быстрый шаг, это все плохо. Или он нас слышит? Да блин, если мы медленнее будем ходить, то он вообще уйдет. Медленный шаг. Куда этот говнюк ушел, блин? Кстати, у нас справа опорный пункт, можем потом пойти туда. Да, но это позже. Давай это опустим, и когда мы его услышим, включим. О, слышим. Стой. Не шевелись. Не шевелюсь. На корточках. Где это говно, блин? Ну, он за пригорком там. Типа еще дальше?
Да. Давай на этот пригорок зайдем. Так, следы влево уходят. Ну, следы влево, да. Крови уже нет. Или подожди, побеги пока по следам. Я по следам, да. А я зайду наверх, посмотрю. И все вижу. Какашка его. Ну, странно, что крови больше нет. Да, это придется нам, походу, еще раз в него. Не то, что раз, а даже два раза даже стрельнуть. Медленный шаг и заросли. Это опасно. Я вижу его, вижу, он у меня. Далеко? Стрелять в него, да? Стреляй, ты стреляй, потому что я его не вижу вообще. Не попал. А где он был? Слушай, компас. Между западом и севером. Попал, убежал. Смотри, иди сюда. Ты далеко? Я попробую. Блин, по следам пока что. Сейчас бы квадроцикл, а. Блин, ну, мы таким образом ни хрена тут не... О, я вышел из зарослей. Они все испугаются просто от байках. Ну, я удивлен, почему лев уходит от нас, а не защищается. Ну, даже по идее можно подумать, мы его, в него выстрелили, да? Но вначале мы же в него не стреляли, а он нас слышал. Ну, я в медведя тоже стрелял, и он сразу же на меня побежал. Да. Ага. Да. Так, видишь, если ты попал, да, должна быть кровь. Где кровь? Нет, я не здесь попал, я вон возле зеленого дерева там попал. Давай-то пропустим тогда. Так, друзья, вот он. И... Сука! Не попал? Пошли к нему. Я нет. Такс. Блин, а у нас же следы два вижу. Патрона, почему мы начали перезаряжаться? Я не начал. Не, он уже перезаряжает сюда. Один и перезарядился. А, на РП? Заряжено-то два. Блин, ну сколько же за тобой можно бегать, блин? А где он? Вижу. Вон он стоит, все, стой. Вижу. Стой. Давай, оп. В жопу ему стреляй. Да. Ни хрена себе он быстрый. И в смысле не то, что быстрый, но живучий. А я в него стопудов попал. Прям в задницу. Короче, мы продырявили этот трофей. Дырявый лев, да? Так, следы не туда ведут, а вот эти вот туда. Ну, ты запоминай, как он, типа, был. Можно... Стоп. Мне кажется, он назад возвращается. Слева. Блин, говнюк. Слушай, мы, походу, мне кажется, кто-то из нас сегодня умрет. Почему? У тебя патрон заканчивается или что? Нет, дело не в патронах. Дело в том, что он почему-то возвращается каждый раз. Но видишь, на нас-то не нападает. Блин. Он не хочет умирать, понимаешь? Да я-то понимаю. Тот след. Я вроде по следу хожу, ты его просто по звуку сейчас ищешь, да? Да-да-да. Как можно было в жопу ему стрельнуть и не попасть? Ну, в смысле... А как я в бок не смог его попасть? Не убить, то есть. Ой, быстрый я шаг. Я сейчас опасный, я сейчас с биноклем хожу. А ты это, убирай. А то реально опасно. Так, потерял шаги. Блин, я взял шаги другие, которые он наоборот шел. Кровь вижу. Ага. Я нашел шаги, когда он обратно шел. Вижу. Собака. Лев. В смысле? Есть, нашел. А, это следы лев. Такс. Пропускаем. Да, у меня тоже играет музыка. Ну, в зарослях. Че? Такое. Видишь его? Не, не вижу. Ну, в заросли вообще ничего не видно. И крови нет. Вот это плохо. Да, он опять зажил, блин. Херово. А ты сможешь в него попасть? Нет, я не смогу в него попасть. Я уже его не вижу, да. Я вижу, он прям на пустыре идет потихоньку, вообще потихоньку. Тогда я пошел к нему.
Давай, я его буду держать на бинокле, а ты давай иди. Я скажу, когда он ускорится. Да, но я этот момент опять же вырежу. Так, я его вижу. Правда, если я присяду, блин. Может, ты ко мне подбежишь? Мы вместе так сделаем, как мы и сказали. Он хромает. Давай, только мне беги надо ко мне. Сейчас восстановить пульс. Пульс восстановить. Беги. Вот прям куда я иду, смотрю. Прям туда. Правда, присядь. Но получается, вижу, мы ему вижу. В жопу стрельнем. Иначе никак. Или как? Бежит. Стреляй. Стреляем. Раз, два, стреляй. Есть. Как говнюк, блин. Я не понимаю, как он убегает. Такое ощущение, что мы стрельнули в землю. Может, все-таки тут есть баллистика, и пуля падает, надо было выше брать? Или как? Не знаю. Может мне такое кажется, быть? Мы попали. Сейчас увидим. Правда, я увидел этот, пыль. Типа от пуль. Ни хрена себе, мы с такого расстояния его слышим. Ты понял? Да, да. Я думал, когда он так рычит, типа, когда звук такой, то он ближе. Но нифига. Центральная саванна. Угу. Эх, львенок такой живучий-то, а? Офигеть. У меня 3 патрона осталось, если что. Да, попали, Кен. Центральная оба? Вот вопрос, интересно. Да, видишь 2 крови. Сейчас, да, оба. Очень низко. Да блин, ну опять очень низко. Ну... Какого хрена? Но, кстати, он далеко от нас, близко от нас был, и он нас не учуял, это хорошо. О, мы на высоте сейчас. Ты его видишь где-то? Остановись и оглянись. Потом мы опять опустимся вниз. Спустимся. И все. И нихера не увидим. Не видно? Как он медленно действует наш. О, вижу. Как не видишь? Через бинокль. Бери винтовку. По курсу прямо. Садись. Далеко, правда, очень, но я возьму выше. Видишь его? Нет вообще. Оливия, смотри. Ну, я не знаю, куда ты смотришь. Там дерево еще есть. Далеко еще есть дерево. Куда мы бежим прям? Обернулся даже, прикинь. Не, к сожалению, вообще не вижу. Как ты его не видишь? А, все, теперь вижу. Он прям все, лицом к нам. Не дергайся и попробуй стрельнуть. Скажи, когда, я тоже. Сейчас, подожди. У меня пульс. Ты скажи. За секунду. Давай, хоть. Я готов. Стреляй. Раз, два. Я не попал. Я выше взял. Говнюк, блин. Блин, надо было пометить сначала, а потом стрелять, я не подумал. Ну ты же с биноклем был. Офигеть. А, я тоже то же самое видел, что он прям хромает, что он прям как-то правой ногой вроде так хромал. Прям то, что он вообще ходит на передних ногах, а задний у него. Мы попали. Сейчас мы его. Или ты попал. Сейчас мы его тоже можем увидеть, потому потери что там. Очень низко. Потому что там подъемчик. Но он, скорее всего, за него уже ушел. О, ё-моё, как ты далеко пошел. 100 метров, блин. Я не попал. Не попал? Нет. Кстати, здесь место его отдыха. Я нашел место его отдыха. Возьми его на карту, пожалуйста. Отдыхает с 8. А как это сделать? Ты просто на Е и все, больше ничего на не вставляется. Да, больше ничего. Или прям на М нажать. Карта. Не, на Е и все. А оно не добавилось? Или добавилось? У меня последним под... Добавилось. Он отдыхает с 8 до 12.30 здесь, в этом месте. Короче, вот так его и выследим. Вот мы. Кровожадные, а? Ты в него попал? Нет? Далеко был? Нет, он был как раз таки очень близко. А не, попал. Ты его видишь? Вот он! Вижу. Вижу, пошли. Стой. Он упал. Он сам упал, к тому же. Да, наконец-то. То есть они все-таки падают? Они падают, да. Странно звучит. Они все-таки падают. Наконец-то, да. Чувак. Мы. Давай я выиграю сегодня. Оп. Я возьму его. Хорошо. Ты взял его? Мягкие ткани. Хусейн, ты в него попал. Понял? Я попал. Короче, ты бери его. Твой. Вы не можете собрать трофеи, кто-то уже это делает. Кент. А если на Escape не работает, я могу сделать только или сохранить трофей, или принять. Ну, сохрани трофей. Я не знаю. Ты попал сейчас, погоди. Мягкие ткани, желудок, кишечник. А, сохранить трофей. Трофей сохранен и доступен в меню управления.
Так это что? Все, мы этот не тот, тот, кого я убил одного. Смотри, тут еще кровь есть, другой путь ведет туда, вверх, за этим. Да, пошли. Не, ну это уже хорошо, мы хоть льва... Так, погоди, я, наверное, просрал сейчас след. Это не тот след. Блин, ну покажитесь, другие следы были с кровью. Или еще правее. Короче, ты их убил сегодня, а я их забрал. Понимаешь, да? У меня след потерялся, я взял след походу другого. Вот, лев взял. Бегу к тебе. Ну вот понимаешь, мы-то... А мы в льва или в тигра? А, слышишь? Какой тигр? Получается... Это лев. Нет, вот тот лев был. Тут вообще я тут... тигра еще не видел. Который упал, это был лев. А ну, правильно. А получается, тот, кто без шерсти, это получается самка была, правильно? Да, самка и лев, да. Ну, да. Оно и то лев, как бы. Львица и лев. Ну, ты понимаешь, что у меня патронов нет. А, короче, давай тогда на этом видео закончим, у стой, меня стой, уже стой, целых... Стой. Стою. Куда смотреть? Компас, что-то есть? Нет. Заканчиваем тогда видос, потому что у меня целых 52 минуты уже записи. Ты как? И продолжим в следующей серии. Да. Пойдет? Ребят, да. Да, говори, что хотел сказать. Ребят, на этом серия все-таки заканчивается. Но победа все-таки есть, не согласись, правильно? Мы хотели, у нас было так, как найти цель. Льва, да, это самая такая цель, да. Самая да. Вообще, это босс из боссов. Найти и не умереть, понимаешь? Царя зверей, да, и мы все-таки убили его. Да, мы его убили. Не того, за кем мы шли 40 минут. 100%. Но кого-то убили. А может быть и того, кто его знает, да? Нет, это был мой. Ну, это твой по-любому. Трофеи-то мои. Ну да. Все, короче, друзья мои, на этом серия заканчивается. Не забываем зайти в описание под видосиком. Есть ссылочка на канал Хусейна. Заходим, там хорошие интересные видосики. Подписываемся, ставим лайки. Комментируем, скажем там ему, что хорошо, что нехорошо. Ё-моё, всех испугаешь, твою же налево, блин. А давай из этого недопустимое дело. Револьвер. И всем удачи, и всем пока. Всем да? Пока, до новых встреч. Мы да. Скоро придем. Обязательно, за львами, за следующей порцией львов. Да. Головой льва. Головой. И покажем уже в следующей серии, как вообще трофеи, что с ними можно делать, если вообще что-то с ними можно делать. Так что да, всем удачи. Все, всем пока.